Ну что, тот случай, когда нужно было вызвать рыбака. Вот видите, он здесь у нас крутится, блядь, вертится. Вызвал на сыпей почти ноль. Вызвал, ответил мне, как ни странно. У меня справа получается помеха. То есть много уходить тоже не могу. Прям на траузе. Танкер. Ответил, левыми бортами договорились разойтись. У него там вовсю рыбалка идет. Клюет, короче. Идем в Данию ночью, подходим. Вот все. Два кабельковых. Сейчас ближе подойдем. Будет видно. У нас радар пока выключен, так как у нас второй лампочки меняет там. Сейчас проверка будет у нас, в общем, в Мордайке. И, в общем, прислали такое веселое письмо, ну, судовладелец в основном, что мы должны вручную уметь считать. То есть у нас судно переваренное, ну, марка немножко. Углубили ее, а изменения в официальной программе не поменяли. И придет инспектор, будет спрашивать, покажите, а мы не можем показать, так как у нас она, в принципе, получается уже неофициально, не откорректированная. Но мастер сказал, что мы вручную посчитаем, и это будет как бы типа официально. То есть по факту посчитано правильно. Я говорю, ну, проблем-то в принципе нет, но я делал это последний раз, по-моему, в году так, в 2006 или 2007. В общем, он тоже неплохо помнит. В общем, будем на днях разбираться. Так что такие дела. Никогда не думал, что столкнусь. Слышал о том, что да, бывает, там вручную считают, блин, по требованию некоторых властей. Ну вот сколько я работаю в море с 2006 года. Помню, что штурмана в рукопашку что-то высчитывал. Это просто нонсенс, короче. Так что имейте в виду, кто учится на судоводителей, запоминайте сейчас уже, как считать, чтобы потом не пришлось все вспоминать, где-то искать формулы. Займет очень много времени, особенно если когда-то это надо все сделать быстро, может быть возникнуть проблемка. Так что так, ну есть такой кайфомейт товарищ, у меня есть видео, в принципе, по ним посмотрю, выпишу, рассчитаю прям вручную на листок. Я, конечно, не уверен, что инспектор скажет: ребята, во, круто, прям, ну, принимаем, accepted, официальный у вас расчет вручную, просто идеально. Я так не думаю, что это прокатит. Даже если мы прям все идеально высчитаем. По приходу в порт Мордайк. Так что как-то так. Это проблема на самом деле. Я сегодня так немножко подзагнался этим. И мастер тоже. Говорит, что встречался уже с подобной проблемой. И попадали на штраф на 2500 евро. Если интересно, можете вам посчитать, какие вопросы именно по поводу этого, из-за чего вся шумиха началась. На эти вопросы мы должны ответить да, да, yes, yes. И на этом все. Инспектор скажет: молодцы, отлично, проверит, сверит. Так судно уже, блин, ну, сколько оно работает. Единственное, тут что изменили, это появился экскаватор, поменяли имя. Что там, поднаварили отбойники по бортам. Ну, понятное дело, изменилась константа. А так-то, по сути дела, в официальной программе ничего не поменялось. Там только константа у нас больше, и все. По расчетам. Ну, экскаватор там внесен. Все это там есть. Я не знаю, что париться по этому поводу. Покажем. Должно прокатить. Нашел, вот наш рыбачок, представляешь, вызывал рыбака, он даже ответил и, блядь, сказал: давай левыми бортами разойдемся. И он молодец, ему респект. Такие редко встречаются. Ладно, все, всем пока.